И сегодня же президент провел еще одно совещание, главной темой которого стало развитие отечественной космической отрасли на ближайшие 10 лет. Владимир Путин подчеркнул, что Россия остается мировым лидером, в частности, на рынке космических пусков. Но необходимо думать и о долгосрочной перспективе. Нужно исходить из реальных возможностей государства, определить проекты, которые требуют первоочередного финансирования, и те программы, которые можно отнести на более отдаленную перспективу. В этой связи хотел бы обратить внимание на следующие приоритеты. Прежде всего, нужно укрепить российскую группировку космических аппаратов, ориентировать ее на решение практических задач. Безусловно, необходимо также продолжить и фундаментальные исследования в космосе. Особое внимание в рамках программ нужно уделить укреплению наших позиций на рынке ракетных пусков, как в области пилотируемой космонавтики, так и для вывода грузов на орбиту, прежде всего коммерческого характера. Российские ракеты должны быть надежны и конкурентоспособны, отвечать всем требованиям со стороны ведущих заказчиков, как внутри страны, так и за рубежом.